в Шаке. Шаке – это древний город Азербайджана. Если вы приехали сюда, у вас есть несколько вариантов остаться, посмотреть весь этот город, сходить. Обязательно нужно во дворец Шекинских ханов. Вот здесь указатель, прямо это улица поднимается наверх. Если вы решили остановиться в Керман-сарае, то здесь условия в принципе приемлемые. Есть своя ванная, свой туалет, душ. Стоимость не очень высокая, где-то 15 манат с человека. Но самое интересное то, что вы остаетесь непосредственно в древнем Керман-сарае. Иногда есть ощущение, что ты кусочек, частичка истории.